Привет всем, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и мы продолжаем играть в LEGO Jurassic World и продолжаем пролог ко второму эпизоду, который по второму фильму сделан, по Затерянному миру, да. Сейчас мы попали уже на этот Исла Сорна, попали, да, на него. И сейчас, о, кстати, там кто-то бегает, какие-то компсогнаты, что ли. И чё, типа они будут на меня нападать? Ну, в общем, мы сейчас будем искать... Да, смотрите, они на меня нападают, вообще засранец. Правда, когда я крушу объекты, типа... Ну, он для меня безвреден. Смотрите, он еще и не на один удар убивается. Пипец, то есть новый геморрой у нас в игре появился. Все эти ребята, они будут везде появляться сейчас. По всему острову, да, их дофига будет, я уверен. Нифига, все летает. Фу, здесь опять нужна Элли, которая что-то необычное найдет в помете динозавров. Понятно, ник у нас есть. Сейчас нет. Сейчас мы откроем, да. Отлично. Так, ну он туда, наверное, заходить не может. Типа темноты боится, все дела. Вот смотрите, опять эти ребята выбежали. Так, этого вырубил. А этот мне жизнь вынес. Но мы сейчас жизнь опять заберем обратно. Так, и сейчас давайте собьем вот это яйцо или что это там такое. И кучу монеток. Превосходно. Нам это как раз таки нужно. Так, ну я не могу туда идти. Наверное, Йен Малкольм может. Так, мы опять крушим все. Тут вроде нет этих компсогнатов. По-моему, это превосходно. Так, ломаем все, крушим тут. Мне кажется, игры от Лего, они возбуждают вандализм в детях. Ну, во мне, по крайней мере, они его пробудили. Так, ну я так понимаю, два чувака должны повиснуть. Да, типа один я не отпущу. Так, тут что-то можно сделать вроде бы, да? Типа груз такой огромный сделали, да? Так, монетки соберем. Так, ну и кто-нибудь, пойдемте повиснем со мной. Так, вот, отлично, молодец. Конечно, я думаю, вряд ли бы такое дерево прогнулось бы под двумя чуваками. Так, сейчас давайте возьмем Эдди, точнее. Так, ну эту тысячную монетку я соберу, конечно. Так, все, они отпустили. Можно идти забирать ее. Отлично, все забрали. Теперь, как их поднять? А, вот лестница слева у нас есть. Все, отлично, забирайтесь, ребята. Так, что это? Кто это там такой? Шумит. А вот, смотри, засранец опять выбежал, а? Ты посмотри на него, ну, он мне уже жизнь снес. Так, это монетки, я их соберу. Так, ушел. Негодяй какой. А, да сколько вас тут, блин, япона-мать. Так, еще один выбежал. Офигеть, он меня убил. Жесть. Я что-то не понял. Ребята, отвалите. Они, в общем, одну жизнь на два удара сносят. То есть, типа, они мелкие, наверное, из-за этого. Ну, типа, когда ты какие-то действия делаешь, они не могут тебе помешать. Ну вот я стрелял, допустим, он мне сейчас не мог помешать. Да пошел ты! Пипец, опять убил меня. Так я же так с вами все монетки потеряю, пацаны. Отвалите. Офигеть. Одну жизнь оставил. Так, все, я заберу эту жизнь. Отлично, теперь вали нафиг.
то убейте уже его. Чего вы встали вообще? Почему они только на меня нападают? Ну понятно, типа я единственный игрок под управлением, но это все равно странно. И вот видите, я типа что-то делаю, и они мне ничего не могут сделать. Ну капец, ты заколебал, слушай, чешуйчатый братан. Давай, давай, еще попрыгаем. Отлично, все сломал. Так, сейчас я возьму эту штуку, видите, он мне ничего не может делать. Стоит, смотрит, пока я закончу. Все, они в бездействии, типа, все, меня нету. Сейчас мы выкопаем что-то там. Батут какой-то, да? Это вы заколебали. Так, все, мне нужен второй человечек, который там же повиснет. Так, давай. А, блин, он что-то заглючил. А, и меня вынесли, короче, комсогнаты эти долбанные. Все, они справились без меня. Блин, почему их не придавило? Прям на них упало. Почему эти козявки не померли? Так. Так, вот они оттуда лезут из-под этого камня. А, окей, надо было сразу так сделать. Что-то я даже не заметил, что есть такая штука. Пещеру эту забаррикадировали, пусть они там задохнутся, если у них второго выхода нет, конечно, оттуда. Хотя, я думаю, есть. Yikes. Wow. This is magnificent. Oh, yeah. Ooh, ну, в фильме, конечно, эпичнее выглядел. Опять же, хвост у него на уровне головы, хотя должен, типа... Ну, не должен он после тазовой части опускаться опять ближе к земле. Он должен быть, ну, на том же уровне тянуться, на уровне плеч хвост должен находиться. Чуть выше уровня плеч даже, я бы сказал. А тут он опять что-то к земле пригибается. Такая реконструкция стегозавров давно уже устарела, в принципе. Ну, для Лего пойдет, мне кажется. Жалко, на наборов Лего нету именно со стегозавром. Есть там трицератопс, тиранозавр. Там травоядных очень мало. А, помнится мне, в наборах там есть только травоядные трицератопс и все. Остальные это все хищники идут. То есть нету там ни паразоуролофов, ни анкилозавров, никого. Просто один трицератопс и прочее. Но есть еще одна фирма такая. Ну, типа Лего они делают. А, Playmobil вроде называется. Или Playmobil, как-то так, в общем. Там человечки очень стрёмные, да, но в целом наборы классные. Вот у них есть набор с динозаврами, и там динозавр выполнен очень круто. Там есть трицератопс, там брахиозавр, спинозавр, тирекс, раптор. А, ну, и они выполнены немного по-другому, чем от Лего фирмы. И, ну, в принципе, добротные. Только я в России, конечно, не видел этих наборов. Ну, ладно, вернемся к нашим баранам. Так, сейчас я просто фоткаю. Он такой, такой. Студент 8 утра называется. Прикольно. Селфи сделал. Hey, Nick! And I never thought in a million years how I'm gonna get you to come here. Hey, Eddie! Hi, Sarah. Whoa, whoa, whoa. Those animals that just walked by. Did you see them? It's a family group. If I can just get a shot of the nest. I'll be right back. Sarah, no, no! Just stay there. Sarah. Sarah! She's much too close. Злобная мамаша, в общем. Так, у нас босс опять появился. Это у нас стегозавр, самка стегозавра, которая охраняет потомство. Ну, я думаю, что это самка. Так, все, я получил эксперта по выживанию. Офигеть, что она творит с землей прям. Смотрите, прям порода вот так вот
ломается и вылезают куски почвы засохшие или что-то такое. Это вообще... Пес, что это за титан такой, я не понимаю. Стегозавр, ну, чисто логически, по земле хвостом ударить не мог. Ну, тупо бы не дотянулся. То есть он бил хищников на уровне головы, тела, ну, таза, ну, никак точно не к животу там, что-то такое. Снизу вверх он как-то еще мог ударить, но... А сверху вниз, как-то, мне кажется, маловероятно. Так, сейчас это какая-то ловушечка, да, я так понял, для... Аж меня задавит же! Твою мать, какая же она огромная, я получил хвостом по лицу. Это просто превосходно, просто превосходно. Так, не попало, не попало. Так, это, кстати, типа детская у стегозавра, тут игрушки какие-то лежат. Так, залезаем, и что дальше она будет делать? Грозная мамаша такая пришла. Все разломала там. Так, у нее хвост застрял, и ну что нужно сделать? Ударить ее? Нет. Нужно сфоткаться с ней. Давай, фоткай ее. Прикольно. Как победить стегозавра? 3 раза щелкните его на мыльницу. Дорогую мыльницу, конечно же. Так, я спрячусь-ка и тут. Так, еще одно дерево. Мы поняли, все понятно. Все по той же схеме. Хорошо. Так, а я пока тут спрячусь. Окей, 1 из 3. Я еще умер. Так, 1 из 3. Это значит, вот эти камни, да, она тоже может разломать. Можно заставить ее это сделать. Посмотрим, как это работает. Не работает. Она не попадает. Бьет в мою сторону, но не попадает, в общем, своей вот этой волной. Мегаударной вот этой вот не попадает. Так, она мне мешает собирать. Это вообще, это нехорошо. Все, отлично. Да чего? Она сломала вообще. Ну это не, ну это так неинтересно. Чё она ломает? Я строю, она ломает. Она оборзела, что ли? Да слушай ты, дай собрать. Уйди. Уйди, я сказал. Все, отстань. Все, я собираю. Все, я прячусь. Давай, теперь иди, бей меня хвостом. Да, да, ты почуяла, да, все, давай. Он залез в дерево, давай. Окей, сейчас опять с тобой фоткаемся. Ну, тебя точнее фоткаем. Типа, чтобы ей было стыдно перед дружками, она типа сбежала в страхе или что? Сару только что долбанули хвостом. Так, я хочу заставить ее сломать вот эти камни. Не знаю, конечно, как я это сделаю, но я хочу заставить. Нет, здесь не работает почему-то. Отказывается. Так, давайте попробуем тогда сначала здесь. О, сработало, окей. Так, остался последний, но последний что-то какой-то глючный. Так, опа, я залез почти. Да блин, залезай. Оу, откинула. Давай, 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 залезай, залезай. Ну что ты стоишься, трясешься? Стоишь, трясешься. Вот так я хотел сказать. Давай, залезай. Так, что-то не хочет отказываться, посмотрите. Окей, сработало, и я получил янтарь. Я так понимаю, я открыл стегозавра, это хорошо. Теперь главное, чтобы она мне не мешала собирать. Ну, я лично думаю, что это самка, поэтому все время говорю она. Ну, это логично, что мамаша защищает детеныша. Папаша вряд ли бы это сделал. Все отлично. И фоткаем последний раз. Fire!
Yello, you start. Who started a fire? I just wanted to make dinner. Wanted ready when you guys got back. Вирусная угроза была обнаружена. I don't get it. It says engine on the side of that chopper. I don't get that. Why wouldn't Hammond send two teams? Так, ну вот мы и завершили эпизод первый. А, там, извиняюсь, я говорил эпизод, да, мы прошли первую сюжетную линию, да, посвященную Парку Юрского периода. Сейчас вторая сюжетная линия. Прошли первый эпизод, то есть это даже не пролог был, а именно эпизод. Так, ну, естественно, да, мы все тут получили, дофига заработали, только пока как-то куда это тратить, пока непонятно. Потому что персонажа здесь нужно ловить, бегать по острову и покупать. Да, всего два набора, к сожалению. Ну и кучу персов открыли. Эдди, новый Малкольм костюмчик. Ника открыли. Ник Ван Оуэн. Сара Хардинг. Карлос, это этот капитан корабля, который нас сюда доставил. И Джон Хаммонд, затерянный мир, последний его костюмчик. Так, открыли Гезерер. И Обзервер. И Ван Оуэн. Так, тачка называется, что ли? Так, ну, инвентарь, да, мы открыли стегозавра. Ну, понятно, как я и думал. Куча еще динозавров осталось. Ну, продолжаем сюжет. Ну что ж, дорогие подписчики и зрители канала, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании. Продолжим в следующем видео гулять по этому острову и проходить новые сюжет эпизоды. Новые эпизоды, да, и заканчивать этот сюжет. Всем всего хорошего, до скорых встреч и всем пока!